давайте заходим, крестимся, пошли. Друзья, всем привет! 22 сентября, клуб «Ярополк», не изменяя своим традициям, приехал в Купель. Все наши закаливания мы посвящаем каким-нибудь праздникам. Сегодня в России и в мире отмечаются такие праздники, как День бизнес-леди. Сегодня Всемирный день без автомобиля. Мой профессиональный праздник уже 5 месяцев. Сегодня День белого шоколада. Сегодня день начала осени с точки зрения астрологии. Но наше закаливание мы посвящаем Дню долгожителя. Всем долгожителям долгих лет жизни. Поехали! В такую погоду, ух, водичка! О, перезагрузился! А если вы будете чаще купаться, как мы, вы будете действительно жить долго. Чтобы они долго жили. Молодец! Поехали! С головой раз. Ну, не только в мире, а по большей части в России, да, Денисенко, да? Да. Давай, следующий. Желаю всем долгожителям, чтобы вы прожили еще столько же, а может и больше. Молодец. Все зависит от вас. Этот день посвящается всем долгожителям за их долгую прожитую жизнь. В России. Они еще недолго прожили. Им еще предстоит прожить. Прожить вам столько же. Да. Мне кажется, в этом празднике нельзя говорить в прошлом времени. Поздравляю всех, кто прожил прожил и проживет еще намного больше. Желаю вам, чтобы вы столько же прожили в уюте со своими близкими. Намного, насколько это можно. Желаю всем вести активный образ жизни, чтобы тоже вас можно было поздравить с этим праздником, с долгожителем. Правильно, раз. Поздравляю всех с праздником долгожителей, желаю всем долгих лет жизни, ведите правильный образ жизни, занимайтесь спортом, окунайтесь, присоединяйтесь, всех с праздником. Вау! Вот это с первого раза! Так, у нас друг Богдана приехал с нами. Итак, желаю всем долгожителям не устать долго жить. Молодец. Ну как говорит Владимир Владимирович, родные мои, ну сейчас нужно еще потерпеть, понимаю, как вам нелегко. Я понял, стоп, в камеру желание, долгожителям. Долгожителям вообще капитального здоровья. Раз, два, три. Первый раз в жизни? Да. Молодец, давай поехал с головой, раз. Побыстрее ныряй. Два и третий раз с головой. Нормально. Друзья, всех днем долгожителей! Желаю жить долго, счастливо, красиво и со спортом в сердце. Всем ура! Давай, пока! Раз, с головой до конца. С головой! Раз, два и третий раз с головой! Вот! Дай Бог здоровья всех! Ну что, перезагрузились? Молодежь! Да, супер!